Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Продолжаем играть в пятницу. Ну-ка, сразу с лету. Раш, пуш. Ага, хер. Хрустальное озеро не так-то просто зарашить. Make them remember it's us, Jason, and kill them. Здорово! Тут ты правильно, это вовремя. Сюда иди. Ну, это реально клёво. А просто охренеть. Естественно, боты все чинят. Куда ж без этого? Стоять, поросяночек. Вот это одно из самых красивых убийств в игре, как по мне. Очень сильно. Максимально стильно, брутально. Как мячик еще попрыгал. Давай сюда. They deserve to die, Jason. Make them suffer. А, это такое. Мне больше нравится, когда он головой именно бьет об бревна. Там звук приятный, словно орешки колет. Так, что у нас осталось? Уже трое. Ты смотри. Я заставлю их заплатить, мама. Не беспокойся. Джарвис, обязательно нож давай. Потому что я тебя хотел бы рубануть на двоечку. Прописать тебе двоечку. Блин, я не успею. А, ну на троечку. Тоже красиво. Kill for mother. Kill for mother. Так, AJ, где же ты находишься?
Свинота ты такая. Ох, и не хотелось бы, конечно, мне тебя искать полдня. Но, походу, придется. О, здесь вообще не похоже, чтобы кто-то был. Так, сюда. Тоже не похоже. Ну, боты здесь стелсеры. Прям вот хорошие стелсеры. Их не... стелс здесь не сравнить со стелсом в той же самой ДБД. Да, она засела. Ну, придется ждать. Не знаю, правда ли работает это или нет, но ходит такой прикол, точнее, ходил такой прикол, что если Джейсон постоянно все крушит, все ломает, то ярость у него копится реально быстрее, чем он просто так бы стоял. Так, теперь его этот дом. Ах ты, гондольер, сука. Вот это мне свезло, так свезло. Насколько раньше обнаружил, чем если бы до конца бы, соответственно, ярость дошла бы. Что с ружьем? Превосходно. До следующих серий. Всем пока.